Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как создать из плотного фоамирана тонкие и эластичные листья. Это вполне возможно, поэтому смотрите до конца этот ролик, и вы узнаете все нюансы и секреты. Я подобрала наиболее толстый фоамиран в 1 мм. По цвету это светло-лимонный. Также я взяла оливковый, он 0,8 мм в толщину. Начинаю работу с оливковым фоамираном. Прикладываю его к подошве утюга, который разогрет в максимальном режиме. Прогреваю фоамиран, даю возможность ему ужариться, то есть сократиться в размерах. И тут же, пока он горячий, прижимаю к молду. Фактура получается замечательная, четкая. Ну и теперь другой способ. Фоамиран располагаю на губке, хорошо обхватываю края. И так как он при нагревании сжимается, то будет все время пытаться выскользнуть из рук. Поэтому держу крепко, как бы в натяжении. Прогреваю на максимально разогретом утюге. Далее прижимаю к молду и также получаю красивую четкую фактуру. То же самое делаю и со светло-лимонным фоамираном. Вырезаю листья, и если сравнить тонкость и эластичность, в выигрыше остаются листья, созданные на губке с небольшим натяжением. Выбирайте более подходящий способ и творите с удовольствием. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментируйте. С вами была Инна Жарая, всем пока и до новых встреч!